приятно. Поздравляю всех, выставка открыта. Это моя не первая выставка. Я помимо этого участвовала в всяких конкурсах, всяких там выставках. И именно к моему выпускному я очень тщательно готовилась. Я началась еще зимой, если не ошибаюсь. Ну, вообще работа была это очень сложная, потому что, во-первых, она огромная, и это было очень много труда, и очень боялась, что она может порваться, и мне придется все переделывать. Но мне помогала, конечно, моя учительница Ольга Степановна, она мне там подсказывала, и, ну, это мне помогло. Я ее делала с интервалами, ну, потому что были ситуации карантина, и я там неделю на нее ставила. А так я занималась, ну, ею очень долго. Я сначала там делала слой, потом вырисовывала девочку, чтобы она получилась так, как я хотела. Я использовала, мне кажется, очень много шерсти, там несколько слоев, чтобы она не порвалась. Она должна быть очень толстой, потому что ее мочат, потом выжимают, и если она будет очень тонкой, ее может просто порвать, и все. И просто будут какие-то огромные интервалы. Ты задоволена, как вышел кінцевий результат? Да, потому что, ну, это было вот мое ожидание, как я хотела, так и получилось. Работа это... Ну, это мозаика. Здесь как бы я и моя самая любимая собака. Ну, это самая первая собака моя. Но теперь ее нету, как бы я сделала эту картину в память о ней. Сзади я сделала море. Эта собака пришла к нам с моря. Скажи, как долго ты робила ее? 6 месяцев. Это уроки были, как бы, по 2 часа, и эти 2 часа у меня приняли так, как 6 месяцев. А как ты обрала для себя, что ты хочешь робити мозаику? Ты взагалі образотворчим мистецтвом ж так почала, напевно, займатися. Як ти обрала, що тобі подобається цей жанр? Ну, хотела я сначала маслом написать картину, а потом подумала, мозаика, ну, я ни разу не делала мозаику, и почему первый раз не попробовать ее сделать?
от вибрала мозаїку. Ти задоволена кінцевим результатом? Тобі подобається? Ти чи, можливо, щось хотілося б виправити, змінити? Мені подобалось, да. Ну, единственное, собака ее тело, там камушки как-то разбросаны очень сильно, и вот я бы хотела это изменить, но уже не смогу. Моя работа – это графика, это очень кропотливая и сложная работа. Это я очень люблю рисовать графику, потому что это интересно. Это очень важная работа, потому что она как бы показывает все мое мастерство за все 7 лет, 7-6 лет, которые я учусь. А от ти іншими видами, окрім графіки, займаєшся? Чи... А найбільше любиш цей вид? Чому? Да. Потому что можно много всего показать с помощью маленьких деталей, с помощью линий, точки и пятна. Можно использовать разные материалы, не только гелевую ручку и белую ручку или маркеры. Можно много всего показать, можно показать людей, которые тебе важны в своей работе, можно также вплести в графику какой-то подсюжет, какой-то момент из книг. Можно много всего добавить в эту работу, можно ее развить, можно много всего с ней делать. Один раз мы гуляли на площади в Одессе, и там стояла карусель. Моя сестра на ней каталась. А я нет, мне не взяли билет, потому что я не захотела, потому что я хотела смотреть на нее, и я хотела смотреть на нее, рассмотреть как можно больше, потому что я знала, что я буду ее рисовать, потому что вот как только я ее увидела, я поняла, что вот мой сюжет для дипломной работы. У меня всего 9 учеников, 9 учащихся. Одна из них самая вот старшая, взрослая, 16 лет. Ксения Гергал, которая написала эту картину. Называется «Лесова мавка». Представлены все работы моих учеников, все разных техниках исполнения. Ну, в основном у нас графика, валяние и одна работа маслом. Живопись. Ну, эта работа такая... немножко отличается, она такая оригинальная, интересная. Почему мне так кажется? Потому что Ксения, она любит очень украинскую народную культуру. И ее вдохновила эта работа легенды и мифы, сказки и сказки. И поэтому вот она почему-то вот выбрала эту тематику, именно лесовую мавку нарисовала. В украинском национальном костюме на фоне темного леса с феями маленькими такими существами, которые окружают эту лесовую мавку, как бы ее такие маленькие ангелы-хранители. К сожалению, вот в связи с карантином нам как бы немножко не хватало времени, и в основном дети работали дистанционно, пару месяцев работали над, выбирали эскизы, выбирали композицию, они как бы долго, тщательно выбирали тематику, кому какая была интересна, и каждый выбрал свою технику, то есть в чем он был силен. То есть, ну, у меня в основном дети рисовали графические работы на разную тематику, и сказочные есть, и есть работы такие обыденные, вот лошадей меня любят очень дети рисовать, драконов очень любят рисовать, почему-то так вот им нравится эта техника и тема. В цьому році Южинська школа мистецтв випустила 50 учнів відділу образотворчого мистецтва, тобто в нас 50 випускників. І сьогодні ми маємо честь відкрити виставку випускних робіт наших учнів. І тому в художній галереї представлено всі 50 робіт. Тобто кожний випускник має показати тут свою роботу. Мені дуже приємно, що роботи високого гатунку. Вони всі різні, вони такі яскраві, сонячні. І тому враження, ну, дуже позитивне. Ми щасливі від того, що наші діти мають таку унікальну можливість мати виставку в міській художній галереї. Це дуже велика честь. І я думаю, що діти з роками усвідомлять ту подію, яка сьогодні відбулась. І я вітаю все наше місто Южне, всю нашу спільноту і Южинську школу мистецтв, викладачів, випускників, їх батьків з такою подією.
Вік художників різний, тому що діти приходять на навчання в різний вік. І якщо дитина прийшла, наприклад, в першому класі в 7 років, то вона буде закінчувати в 13. Якщо прийшла трошки раніше, то буде молодшою. Ну, а якщо вже склалося так життя, що трошки пізніше, то і в 16 років закінчують школу мистецтв. А взагалі, на сьогоднішній день в школі мистецтв можуть займатися учні будь-якого віку. Випускники школи меня просто поразили, потому что сразу бросается в глаза разнообразие техник, такое очень заметное развитое воображение, нет стандартности, нет подражания друг другу, работы очень разнообразные и по технике, и по стилю, и по тематике, то есть она богатая выставка. Я не хочу сказать, что там чего-то не хватает, они же ученики, но потенциал чувствуется. Вот потенциал выпускников меня даже очень удивил, потому что я часто хожу в галерею, и эти работы, можно сказать, почти профессиональные, а некоторые профессиональные. Поэтому думаю, что у этих ребят, которые закончили школу, есть будущее, потому что видно способности. Главное ведь воображение. Говорят, что воображение гораздо важнее, чем образование. И это чистая правда. Поэтому должна поздравить и учеников, и, конечно, преподавателей. Потому что это их заслуга, в первую очередь. Чтобы найти способного, надо еще раскрыть его способности. И здесь это очень неплохо сделано. Вот. И еще я очень им завидую. Потому что я, проработав почти большую часть своей жизни в Государственном русском музее, до своей зрелости, до образования, не имела возможности видеть работы разных художников, а теперь у них открыт весь мир. Они могут видеть любое искусство. У нас было большое ограничение. Соцреализм в СССР и руководил выставками, и всем искусством, естественно, райком, обком и ЦК партии. Главный идеолог в Советском Союзе был господин Суслов. Он был очень образованный, целых 3 класса. И кличка у него была «Призрак коммунизма». Ну, пожалуй, все, что я хотела сказать. И очень чувствуется, что преподаватели их не душили. Руководили, но аккуратно, чтобы раскрыться способностям, а не наоборот. Пожалуй, все. Поздравляю с выставкой.